Более 140 задержанных в возрасте до 30 лет, чаще всего не работающие, 118 человек ранее судимые. Синтетические наркотические вещества, отметили полицейские, вытесняют традиционные виды наркотиков. Деятельность преступных групп сегодня чаще связана с распространением спайса, различных солей, метадона и амфетамина. Установлено, что сбытчики и наркокурьеры проходят специальное обучение на территории Украины. Основной канал поставки наркотиков по-прежнему через курьеров, которые пользуются чаще железнодорожным транспортом. Передача наркотиков осуществляется через систему тайников-закладок. Сами поставщики не употребляют наркотики. В этом году бригады скорой помощи приняли 1318 вызовов, связанных с токсическими отравлениями. Более 1000 вызовов связаны с отравлением алкоголем, 13 вызовов – передозировка наркотиками. С признаками медикаментозного отравления было доставлено в больницы почти 700 человек, из них каждый десятый – подросток. Такие тревожные есть моменты, скажем так, на которые нужно обратить будет особое внимание. И сегодня мы, помимо всего прочего, рассматриваем, значит, повестку, обозначаем план работы антинаркотической комиссии на следующий год. И, в общем-то, должны обозначить именно вот эти направления. Противодействие наркомании должно вестись, что называется, по всем фронтам. Для этого члены комиссии, представляющие различные городские и федеральные ведомства, согласовали план работы на следующий год.